Мы даже самозванки. У нас был кастинг, и нас среди почетных гражданок выбрали самыми длинноногими, привлекательными и голосистыми почетными гражданами. Что Игорь Дмитриевич очень любит симпатичных девушек. Вот поэтому мы сегодня здесь, и наш подарок от почетных граждан Санкт-Петербурга. Большая неожиданность, что сделали. И, видимо, это очень такая технология интересная, когда для человека так неожиданно, так масштабно представляется это дело. Ну, прежде всего, конечно, мне выражаю огромную благодарность всем, что вы пришли вот, поздравить меня, ну, с моим хорошим юбилеем. Я вам скажу так, что вот из опыта жизненного надо себя не жалеть. Я всю жизнь молотил, и с каждым годом становился здоровее.
Ну, это условно, конечно. Но, между прочим, так. Ну и, конечно, повезло в жизни, что я сам по природе москвич, кончал там школу, а дальше прижился в Петербурге рос. Я благодарен судьбе, что я оказался в Санкт-Петербурге. Это такое счастье жить в таком городе, с таким внешним окружением, с такой культурой. И, в общем, Саша, очень приятном обществе. Ну, и я достаточно быстро рос, потому что я себя никогда не жалел. Никогда. Молотил до конца и, в общем, чувствовал только огромную удовлетворенность от этого дела. И поэтому я рос по административной части, по технической части, по научной части. Ну и по дружбе. У меня очень много друзей в Петербурге, среди буквально всех слоев населения нашего. Надо так жить. И я молодежи, часто встречаюсь с молодежью, пытаюсь это им в удобной форме, интересной форме преподнести именно такую схему жизни. Вот. Ну а так, конечно, я сегодня сидел и просто таял. Я как-то не ожидал, что так масштабно все представят именно события, связанные со мной. Вот. Ну, конечно, высчитывал, сколько здесь рубиновцев моих дорогих, в которых я 70 лет уже работаю в этой фирме. Спасибо вам всем. Участием в юбилейном концерте, посвященном Игорю Дмитриевичу Спасскому.